Scout Channel. Всех приветствую на своем канале. Давайте сегодня спаяем вот такой вот кит-набор. Я на него не делал распаковочку, не снимал. Давайте мы его спаяем. Это кит-набор часов. Что у нас есть в комплекте? В комплекте платка. Вот она такая. Платочка. Далее здесь у нас есть инструкция какая-то как наклейка, индикатор цифровой на такой штучке и радиодетали. Радиодетали. Здесь у нас два резистора, постелька для микроконтроллера. Микроконтроллер здесь вот такой вот AT89C2051. Отложим пока в сторону. Зумер, кнопочки. Ну, в общем, давайте. Конденсатор давайте установим все на платку. На плате все подписано. Ну и давайте установим резисторы. Резисторы замерять номиналы не надо, так как они здесь, их всего два, и они одинаковые. На 10 кОм сюда один, и вот сюда второй. Да, два резистора на 10 кОм. Давайте их ставим. Отогнем сразу им выводы. Отогнули им выводы. Далее, что здесь у нас есть? У нас здесь есть кварц. Кварц вставляется вот сюда. Его без разницы какой стороной вставлять, плюсы-минусы на нем нет. Отогнем ему тоже ножки. Вот такая вот сборочка. Она вставляется по ключу. Вот здесь точечка есть, и здесь вначале вот так вот это вот вставляется. Отогнем по одной ножке. И давайте сразу поставим постельку для микросхемы, для нашего микроконтроллера. Вставляется по ключу. То есть вот здесь вот вырез есть, и на плате на самой есть вырез. Давайте ее тоже вставим. Отогнем немножко по одному выводу, чтобы она держалась. Давайте сейчас это все припаяем. Давайте нанесу своего китайского флюса. Нанесли мы флюса. Ну и давайте припаяем. Паять буду своим паяльничком. И китайским припоем. Давайте начнем. Ну вот, припаяли мы. Давайте сейчас я откушу выводы и будем продолжать. Вот так вот это у меня все получилось. Откусила выводы, немножко тут вот перегрел. Но мне кажется, на работу это не повлияет. Давайте далее установим конденсаторы. Конденсаторы здесь
все подписаны. Это 2 на 30 пикофарад. Вот сюда вставляется один. И вот сюда второй и один конденсатор. Это на... Так, я что-то даже не знаю на сколько. Но с маркировочкой 104. Он вставляется вот сюда. И два других. Один сюда и один сюда. Согнем он тоже ножки. Уставим наш транзистор, который есть в комплекте. Это транзистор S8550. Вставляется он вот сюда. Все нарисовано, как его вставлять по рисунку. Ставили. И еще у нас есть один электролитический конденсатор. Длинная ножка плюс, короткая минус. Также минус вот эта вот маркировочка, полоска на нем. Здесь все подписано. Припаял я конденсаторы. Вот так вот у нас с этой стороны все выглядит. Немного неаккуратно. Ну ладно, конденсатор и транзистор припаял. Так, давайте, осталось совсем немного. Давайте ставим наши кнопочки. Вот таким вот образом. Что у нас еще здесь есть? Здесь есть зумер. Плюс с минусом здесь. Как на плате, так и на нем подписано. Ставим его. Загнем немножко ножки, чтобы он никуда не делся. И терминальчик для питания. Мне кажется, он будет вываливаться. Давайте я его сейчас сразу прям прихвачу. Прихватил я терминальчик. Давайте я сейчас оставшиеся детали запаяю. Вот, припаял я кнопочки наши. Зумер. Осталось совсем немного. Давайте возьмем нашу панельку. Вставлять точечки внизу. Здесь и давайте аккуратненько вставим. Вот. Стало наше табло. Давайте я сейчас его припаяю. Подпаял я табло. Давайте я сейчас откушу выводы. Вот, почистил я наши часики от флюса. Вот такая красота у нас получается. Осталось совсем немного. Установить микроконтроллер. Устанавливается он по ключу. Вот здесь вот тоже на нем есть выемка. Так же как на постельке. Давайте вставим его. Ножки можно немножко подогнуть, так как он не улазит. И аккуратненько вставляем. Вот, встал наш микроконтроллер. Осталось совсем немного. Давайте отдерем пленочку. И пленочку с зумера. Так. Далее. В комплекте идут вот такие вот штучки на кнопочке. Так вот мы их оденем. Оп. Все вот так вот у нас красиво. Питается от 3 до 6 вольт. Я буду использовать аккумулятор 18650. Единственное, здесь почему-то не подписан плюс и минус. Но я думаю, вот, наверное, это минус будет. Так, общий, наверное. Здесь вот слева минус,
справа плюс, а может вообще здесь без разницы, хотя вряд ли. Давайте я сейчас прикручу. Ну вот, что-то у нас заработало. На самом деле они очень яркие. Что-то пищит здесь. Надо разобраться. В темноте снимаю, потому что, чтобы было видно, то, что они ярко светят. Показывают, разобрался я лишь. Вот настроил время. Показывают они также вот секунды. Там еще какие-то настройки, я не смог разобраться. Они очень яркие. Я вот так вот сделал этот бокс с аккумулятором 17650. Просто приклеил на термоклей к этим часам. Ну все, и вот так вот они у меня будут стоять. Поставлю их на стол. И будут они стоять здесь так у меня. Ну, ссылочка на них в описании. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Дальше будут новые видео. Ну и всем отличного настроения. Пока-пока.